Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится Motorola Moto G84. И сейчас я вам покажу, что делать, если вы забыли пароль от своего телефона, как сбросить телефон к заводским настройкам и тем самым сбросить пароль. Итак, для начала зажимаем одновременно кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости для того, чтобы отключить наш телефон. Попадаем в такое меню и отпускаем кнопки. Далее, чтобы передвигаться между режимами в этом меню, используем кнопки уменьшения и увеличения громкости. Для подтверждения выбора используем кнопку блокировки. Ищем Recovery Mode. Подтверждаем кнопкой блокировки. Теперь зажимаем кнопку блокировки и добавляем кнопку увеличения громкости. Для того, чтобы сбросить телефон к заводским настройкам, нужно выбрать Wipe Data Factory Reset. Здесь также используем кнопки уменьшения и увеличения громкости для передвижения. Для подтверждения выбора используем кнопку блокировки. Выбираем Factory Data Reset. Подтверждаем кнопкой блокировки. И теперь выбираем Reboot System Now. И ждем. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока. We'll be right back.